Дедушка Дима есть. Но... Он воевал? Он воевал. Воевал, да? Он кем был? Пулеметчиком? Да, на вертолете. Ну вот, видишь. И всю войну прошел, да? Да. Ну так, может, для него и споем? Да? А эту песню он любил? Да. Какую очень. Песню будем петь? Про журавли. Про журавли? Угу. А ну, почему хорошо. Именно ее ты выбрал? Ну, потому что она, во-первых, потому что она нравилась девушке Димы, а во-вторых, потому что она и мне нравится. Вот умничка. Молодец, старик.